Вчера с выездом на место сотрудников департамента экологии был зафиксирован факт сноса 10 деревьев. Деревья зеленые живые, диаметром от 20 до 40 сантиметров, порода каштан, серебристый лох, акация. Земельный участок находится в частной собственности. Частная собственность, начиная с 2005-2006 года. Проблема в том, что на протяжении последних лет идут судебные разбирательства относительно собственника этого участка. Сегодня совместно с управлением земельных ресурсов мы выясним конечного собственника этого участка и те материалы, которые направлены в государственную инспекцию для расчета ущерба, иск будет предъявлен собственнику участка. Это будет не только штраф, это будет восстановительная стоимость, оплата ущерба, нанесенного природе. Стоимость достаточно серьезная. Это верхний склон побережья между улицей Каркашадзе и Дунаевой. Переулком